Привет, это Ник Спикс. Как ты знаешь, я преподаю английский, и очень значительная часть моих студентов – это ребята, занятые в отрасли хай-тек, ну, то есть айтишники, если по-нашему, по-простому говорить. И, конечно, мнения разделились, что является самым серьезным среди вот, ну, навыков коммуникации по-английски для них. Для какой-то части это, ну, устное общение, а для определенной части, ну, не только инженеров, но и аналитиков также, это, конечно же, навыки чтения технической документации, ну, документации вообще, и навыки переписки. Как ты думаешь, что самое сложное, что самое важное, это общаться, говорить по-английски или именно больше переписка и чтение? Пожалуйста, скажи мне, твоя обратная связь очень важна. Спасибо.